Зато в России подорожали ценные бумаги. Правда, речь не об акции, скажем, Яндекса, у которого украли базу данных с адресами и номерами телефонов. Речь про обычную белую бумагу. Она дорожает, потому что российские фабрики больше не могут делать белую бумагу. В страну больше не поставляют химикаты для отбеливания. Кто-нибудь скажите им, что это просто дешевая желтая бумага и нечем тут гордиться.